Ну, я думаю, это заслуженная победа, которая вряд ли, наверное, вызывает сомнений. Надо было забить штук 5 и закончить игру раньше, и закрыть надо было. В первом тайме, по сути, когда Белов там что-то начал выдумывать с этими, моментов-то не было. Вот. Поэтому, конечно, перестроились. У нас было 6 планов на игру. Вот как у Слуцка было домашние игры 2, то у нас 6 было. А, Б, С, Д, еще и Ю был план. Поэтому закономерно заслуженная победа с хорошим соперником. Ну, что еще сказать? Готовимся к Бресту. Спасибо. Есть ли вопросы, пожалуйста? Игорь Николаевич, Иван Концевой сегодня впервые попал в заявку, впервые дебютировал, и день рождения у человека. Скажите нам, что это за игрок? Ну, то за игрок покажет время, то, что он показывает дубли, там, сколько 14 забил, 12 отдал, и то, что он тренируется с основным составом, демонстрирует взрослый футбол, конечно, было волнение, хотя он мог сделать на третий гол голевую передачу, точнее, дал пас Кухарчику. Надо время адаптироваться. Хороший чудак такой. Я думаю, с него при должном подходе вырастет, как из Дайнеки хороший футболист. Еще вопрос. Алакхов, если ты правильно присоединился буквально вчера. Да. Карпович тоже был в сборной. Сегодня парни вышли и сделали результат. Как это с корабля на бал? Как у вас? Ну, это опытные ребята, особенно Серега Карпович, профессионал во всех отношениях. То есть, ну, он готовился к сборной. То есть, и Жигит отыграл, по-моему, 65 минут в сборной. Поэтому я не вижу здесь никаких проблем. Они... Взрослые, меняемые люди не понимают, за что, не понимают, за что мы боремся, поэтому, соответственно, к этому так и подходят и относятся. Да, добрый вечер. То количество голевых моментов, которые мы создали сегодня, нам должно было помочь не проиграть этот матч. Но поражение случается, так что упрекнуть своих футболистов мне нечем. Я горд и счастлив в своей работе с этой командой. Им огромное спасибо сегодня за то, что они сделали на поле.